Друзья, всем привет! Александр Сенин на связи. Сейчас разберу очередной вопрос. Значит, на Udemy Виктор пишет: я застрял, не понимаю, какой TableView нужен. Пытался решить вопрос через Stack Overflow, но не получилось. Я застрял. Значит, и вот он шлет скрин. Вот здесь такая ошибка. И... Ну и, собственно, судя по подсветке, уже понятно, да, что Table View Xcode не узнает, он не понимает вообще, что это за элемент. А почему? А потому что элемент называется Table View. Собственно, ну, просто нужно переименовать данную переменную, и все заработает.